24 учителя станут участниками главного состязания педагогов «Учитель года Алтай-2017». Все они обошли конкурентов на предварительном заочном этапе. Среди конкурсантов в этом году больше всего учителей начальных классов и преподавателей русского языка, меньше всего представителей точных наук и историков. Каждому участнику предстоит продемонстрировать свое педагогическое мастерство, а также организаторские и творческие способности. На научном этапе пройдут 3 конкурсных мероприятия. Это презентация опыта работы, учебное занятие, учитель-воспитатель. Напомню, конкурс «Учитель года» пройдет с 20 по 24 марта.